Теперь подать заявление на получение первичного водительского удостоверения можно в онлайн-формате. Это стало доступным благодаря внедрению раздела «Услуга по видео» в мобильном приложении ЦОН. Забронировать очередь на сдачу теоретического и практического экзаменов также можно посредством данного сервиса. Подробности в следующем сюжете. За прошедший год в специализированном ЦОНе было оказано более 150 тысяч государственных услуг. Одной из востребованных является выдача водительского удостоверения. Теперь для тех, кто получает документ впервые, в мобильном приложении ЦОН стал доступен раздел «Услуга по видео». Чтобы подать заявление на получение первичного водительского удостоверения, вам необходимо зайти в само приложение ЦОН. Вам будет доступен раздел «Услуга по видео». Дальше вы проходите регистрацию, и вас связывают со специалистом, который проводит вам первичную консультацию. Во время консультации вы можете в диалоговом окне прикрепить все необходимые документы. Это фото 3x4, медицинская справка, и если у вас имеется, то сертификат об окончании автошколы. После вы можете далее занять очередь на теоретический экзамен. Как отмечают специалисты, новая услуга позволит снизить поток посетителей. Если раньше граждане должны были лично обращаться в спеццон для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена, то теперь это можно сделать, не выходя из дома. Оформив заявление посредством видеозвонка и забронировав очередь, клиент может прибыть в спеццон к назначенному времени для сдачи экзамена. Также для сдачи теоретического и практического экзамена можно воспользоваться мобильным приложением и забронировать очередь на сайте booking.gov.kz. На сегодняшний день бронирование также на теоретический и практический экзамен обязательно. Это получается после оформления заявки либо через видеоцон, либо через ЦОН. Необходимо будет ввести номер заявки и также ИИН ваш. Для автовладельцев также доступна замена водительских удостоверений. Также хочу отметить, на сегодняшний день по всей республике у нас онлайн, это через приложение банка второго уровня. Специалисты напомнили о графике работы специализированного ЦОНа для тех, кто все же желает подать заявление на получение водительских прав офлайн, а также сдать пробный практический экзамен. Специализированный отдел по обслуживанию населения города Кустанай работает в будние дни с 9 часов до 18 часов. Прием документов производится с 9 часов до 17:00. Выдача готовых документов производится до 18:00 часов. Также в специализированном отделе работает новая услуга прием практического экзамена на платное вождение по субботу-воскресеньям. В субботу с часу до 18:00, в воскресенье с 9 до 18:00. Специализированный отдел также работает как дежурный ЦОН в субботу с 9 часов до часу. Выдача готовых документов производится до 14:00 часов. При покупке и оформлении автомобиля каждый гражданин обязан получить государственный регистрационный номер. За прошедший год автовладельцы области потратили на так называемое красивое сочетание цифр более 400 миллионов тенге. Клиент может сделать выбор из того, что представлено в специализированном ЦОНе, или заказать номер по своему усмотрению через приложение банка второго уровня. Алмажан Аманкельдинова, Диар Ахмечен, телеканал Кустанай.